Экологическая акция «Лес Победы» пройдет в городском округе 15 мая. В этом году центральной площадкой станет участок у деревни Торбеево. На площади около 3 гектаров высадят почти 13 тысяч сеянцев сосны. Необходимый инвентарь и посадочный материал будет предоставлен. Акция состоится и на общегородских территориях. По 103 адресам пройдет высадка 1500 саженцев деревьев и кустарников. Подробный перечень мест проведения акции «Лес Победы» можно посмотреть на сайте люберцы.рф.